Всем привет, дорогие друзья! И сегодня с вами вам покажу, вернее, очень странный баг в игре Clash Royale. Так, заходим в игру. Вот мы зашли в игру, ребят. Так, теперь, значит, сейчас, что я хотел. Сейчас. Вот, я уже опубликовал этот повтор. Так, сорян, что так немножечко лагает, просто телефон немного старенький, так. Ладно, в общем, дело не в этом. Вот смотрите этот бой, ребят. Я вам скажу самый главный момент. Итак, начинается бой, давайте я прокручу немножечко, хотя бы до 2 минут. Вот, значит, ребят, мы спокойно отбиваемся от... значит, кого мы отбиваемся? От, значит, там принц был, палач, это все говно. Так, пытаемся сделать какую-то хоть атаку. Вот, справа вроде бы что-то есть. Так, слева у нас мушкетка. Вот, мы ее убиваем. Так, остается буквально 30 секунд до бага. Так, вот, идет атака. Пятнадцать секунд до бага. Так, вот у нас бежит, значит, принц. Так, ребят, летит фаербол. Бум! Просто наши... войска просто громит. Вот. Остается буквально немного жизни у них. Итак, смотрите, что сейчас произойдет. Мой оппонент, значит... сейчас будет кидать громовержца. Копит на громовержца, ну чтобы еще один громовержец был. Смотрите, что сейчас произойдет. Бум! Вы видели, ребят? Наш громовержец убил наших. Вы понимаете, ребят? Нет, вы видели, серьезно? Давайте посмотрим еще раз. Еще разочек, давайте. Так, сейчас я просто сейчас перемотаю быстренько. Вот, с этого... Нет, вот... С этого момента можно начинать смотреть внимательно. Фаербол. Бум! Итак, сейчас момент. Опа! Не, ребят, это что-то прям за гранью фантастики. Все. Мама, все, извинился. Так, ребят, ну, в общем, сегодня я вам показал этот чудо-баг. Ладно, ребят, с вами был, как всегда, Егор Егоров. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы делаем интересное видео. Всем пока.